Всем привет, друзья! С вами канал Арина Стар, и мы начинаем. Сегодня я ввожу новую рубрику канала, и это лизуны, слаймы, как хотите называйте. Итак, ребят, сегодня тема про слаймы. Сегодня мы будем говорить о моих слаймах, которые я делала сама. Да, мы посмотрим, ребята, три моих слайма. Да, три. Может быть, даже два. Поехали. Итак, как вы знаете, лизун, слайм, это такое вещество, которое в то же время жидкое, тянется, но не липнет к рукам. Итак, давайте же я вам покажу, кто у нас на очереди. Я, наверное, третьего уже показывать не буду, потому что он такой же. Итак, поехали. Итак, ребята, как вы знаете, нас на канале уже 16. Спасибо вам за это большое. Я очень рада, что нас на канале уже 16. А почему я рада тому, что у нас 16? Потому что, ребята, 16 апреля у меня день рождения. Да-да, я, наверное, специально сниму видео. Хотя это, наверное, будет еще не скоро. Ну ничего, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик. И чем нас будет больше, тем будет веселее. Итак, сегодня тема про слаймы. Так, о чем я там закончила? Ах, да, в общем, слаймы есть покупные, да, вы знаете. Есть такие, которые перетекают слизью, есть, которые тянутся. Есть стеклянные лизуны. Очень много разных лизунов есть. Вот я вам сейчас покажу своего лизуна, точнее двух своих лизунов, и мы их сравним. Я тоже сама делаю лизунов, я даже могу снять ролик на эту тему, если это видео наберет хотя бы 3 лайка. Итак, сейчас покажу, кто у нас. Посмотрите, два лизуна, один фиолетовый, другой салатовый. Посмотрите, ребят, я лизунов своих делаю из персила и прозрачного клея. Давайте посмотрим зелененького лизуна. Смотрите, вот у меня зелененький лизун. Он вот так вот тянется, как вы видите, вот. Растягивается, можно его растянуть в прозрачную пленку. Вот, видите? Ой, только пленка, правда, немного рвется. Тут тоже приятный лизун. Этот лизун Этот лизун лип намного больше, чем лиловый. Вот, потому что, ребят, понимаете ли, кто не знает, я вам расскажу один секрет. Чем больше, как бы, загустителя, тетрабората, борной кислоты, персила, что вы используете, добавите, тем меньше лизун будет, во-первых, растягиваться, но тем меньше он будет липнуть к рукам. Так, вот видите, у нас тут вот такой лизун. Он еще немного похож, видите, на попрыгунчик такой. Вот этот лизун. Дальше у нас идет на очереди лиловый лизун. Он более липкий. Да, он, конечно, мне кажется, более липкий. Потому что я его сделала только вчера. Так, давайте сейчас достану. Вот, посмотрите, лиловый лизун. Он, видите, как вы видите, более липкий. Видите, прям прилипает к моим рукам. Но он лучше растягивается в прозрачную пленку. Прям посмотрите. Офигеть. Кстати, такие лизуны, которые растягиваются в прозрачную пленку, получается либо с рецептом жидкости для линз. Да, вот знаете, наверное, такой рецепт. О, класс, да? Видите, ребят, я даже пузыри могу надуть. Ой, продуло. Знаете, даже есть вот такой рецепт вот, лизунов, которые также растягиваются в прозрачную пленку. Это с жидкостью для линз. Но также вот это, так же, как я готовила с персилом. С персилом тоже прям растягивается вот так лизун в пленку, реально, ребят. Вот. Для окраски я использовала вот тут обычную гуашь. Вот. Напоминаю, что это мои лизуны. То есть, как бы, это я их сама делала. Вот. Я не покупала. Вот, смотрите, видите, как он растягивается. То есть настоящий лизун, да?
Мне кажется, что это для роли лизуна очень подходит. Ой, ну я его сейчас, наверное, положу, ребят, в баночку. Посмотрите, вот как он не хочет отлипать от рук. Ой, ой. Давай, все, ушел. Закрутим крышечку. И давайте посмотрим еще одного моего лизуна, розовенького. Сейчас я его достану. Ой-ой, вот он. Вот он, мой розовенький лизун. Сейчас открою его. Оп, он тоже какой-то немножечко липковатый. Оп. Оп, он тут вообще прям пленку такую тонкую растекся. Оп. Вот, видите, это мой розовый лизун. Я его тоже сама делала. Он тоже липнет, ребят. И знаете, он... знаете, в чем их разность вот с тем зеленым, который вот как бы я вам показывала? Они оставляют на руках влажный след. И пену, пенится, что ли, немного. Хотя нет, не пенится, просто оставляют влажный след. А вот именно зеленый лизун, которого я вам показывала, я вот сейчас вам беру вот этих лизунов, покажу вам зеленый. А зеленый, ребят, посмотрите, он вообще не оставляет у меня влажного следа на руках. Просто похож на какую-то расплавленную резину, может быть, плотную. Или же, вот знаете, такой материал, из которого делают вот как бы перчатки, как бы резиновые. Вот, может быть, и на это еще похож. То есть, как бы, еще так. Вот, то есть, мне так кажется, что, знаете, ребят, наилучшие лизуны получаются именно вот из... Если добавлять побольше персила. То есть, они как раз, вот видите, получаются влажные. Вот, смотрите, сейчас я его растяну в пленку. То есть, мне еще, видите, нравятся такие лизуны, которые прям в пленку растягиваются. Вау! Смотрите, ребят, вы меня видите? Я вас, да? Вау, смотрите, какая пленка. Вот такие лизуны мне очень нравятся. Это я сделала сама, еще раз говорю. То есть, как бы, это не импортное. Я сама это делала. Можете, кроме персила, использовать и тайд, и ариэль. То есть, как бы, можете и тайд, и ариэль использовать. Я, правда, не пробовала, но вы обязательно попробуйте, если ваши родители их покупают. Я вот использовала для того, чтобы получился вот такой лизун. Ой, я, ребята, использовала персил, сейфгард, гель какой-то. Не колор гель, а сейфгард гель какой-то. Вот. Получается, вообще, видите, вот такие лизуны. Хотите, если я, что, если хотите, чтобы я продолжила тему лизуны. Ой, не получается, что-то надуть пузырь. Если хотите, чтобы я продолжила тему лизуны, то жмите палец вверх. Если это видео наберет хотя бы 3 лайка, то я выпущу следующую часть. Кстати, пишите в комментариях, выпустить ли мне видео о том, как сделать лизуна самим. Да, своими руками. И вот вы видите все наши лизуны, которые были в этом видео. Вот. Хотите, я выпущу следующее видео, подготовлюсь, все закуплю и выпущу еще одно видео. И да, напишите в комментариях, какого цвета сделать лизуна. Мне будет очень интересно. Вот. Как бы вы поняли, в чем их различие. Но вот этот еще, видите, зеленый, он еще, видите, меньше намного. То есть он намного меньше растягивается. Ну, он растягивается, но видите, вот только так. Ой. То есть, как бы вы сами это видите. Ну и на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал Арина Стар и следите за новостями. Ведь скоро я могу выпустить много кучи интересностей. Вы присылайте свой комментарий и оставляйте его. И еще раз напоминаю, что тот комментарий, который наберет ни единого лайка и ни единого ответа, тому я и передам привет в моем из следующих видео. И как мы помним, комментарии надо оставлять под самым последним видео. Ну и на этом, как бы, ребят, и все. Подписывайтесь на канал Арина Стар и следите за новостями. Всем пока-пока и до новых встреч. Увидимся через 3 лайка.